Московский стадион «Динамо». От исхода матча между московскими командами «Спартак» и «ЦДСА» во многом зависит, кто же станет чемпионом страны по футболу. Обе команды на 4 очка отстали от лидера московского «Динамо». Атака «Спартаковцев». Они упорно штурмуют ворота соперников. Идет борьба за мяч. Передача на левый край. Коршунов бьет. Гол! Спартаковцы открыли счет. Во втором тайме справа от нас ворота Спартака. Атакуют армейцы. Беляев забивает ответный гол. Новая атака армейцев. Штанга. Как остро проходит состязание. Футболисты ЦДСА опять овладевают мячом. Они проходят штрафной площадке. Второй гол. 2-1 ведет ЦДСА. Осталось 2 минуты до конца матча. Спартаковцы проводят комбинацию и сравнивают счет. 2-2. Ничья. В результате этой игры обе команды потеряли по одному очку и возросли шансы основного претендента на звание чемпиона страны команды «Динамо».